some reading in Russian to you. I know you really enjoy it, and I am also reading with pleasure in Russian. In the past few months, I have been ignoring it. I didn't have the chance to read, but we will continue with our Harry Potter series in Russian, ladies and gentlemen. So lay back, relax, and listen to the tinkles, 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 tinkles. So I have it here already. Harry Potter и философский камень. Глава 5. Косой переулок. На следующее утро Гарри проснулся рано. Он знал, что уже рассвело, но не торопился открывать глаза. Это был сон. Твердо сказал он себе. Мне приснилось, что кто мне приходил, великан по имени Хагрид, чтобы сообщить мне, что я пойду учиться в школу волшебников. Когда я открою глаза, то окажусь дома в своем чулане. Внезапно раздался громкий стук. А вот и тетя Петунья, подумал Гарри со замиранием сердца. Но глаза его все еще были скрыты. Сон был слишком хорош, чтобы просыпаться. Тук, 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 тук. Хорошо, пробормотал Гарри. Я встаю. Он сел, и тяжелая куртка Хагрида, под которой он спал, упала на пол. Хижина была залита светом. Ураган кончился. Хагрид спал на сломанной софе. На сломанной софе. А на подоконнике сидела сова, зажатой в клюве газетой, и стучала когтям в окно. I hope you guys enjoy it. Гарри вскочил с постели. С счастья разбирало и его изнутри, словно он проглотил воздушный шар. Гарри подошел к окну и распахнул его. Сова влетела в комнату и уронила газету прямо на Хагрида, но тот не проснулся. Затем сова спикировала на пол и набросилась на куртку Хагрида. Прекрати! Гарри замахал руками, чтобы прогнать сову, но она яростно щелкнула клювом и продолжила дерзать куртку. Хагрид громко развал Гарри. Тут сова. Заплати ей. Проворчал Хагрид, уткнувшись лицом в сову. Что? Она хочет, чтобы ей денег дали за то, что она газету притащила. Деньги
шмотки, веревки, мятные леденцы, пакетики чая. Наконец, Харри вытащил пригоршню страшного вида монет. Да и 5 кнотов, сонно произнес Хагрид. Кнотов, маленькие бронзовые монеток. Харри отсчитал 5 бронзовых монеток, и сова вытянула лапу, в которой был привязан кожаный мешочек, а затем вылетела в открытое окно. Хагрид громко зевнул, сел и потянулся. «Пройди-ка, Гарри, у нас с тобой дело в куче, нам в Лондон надо смотаться на накупить тебя всяких штук, которые для школы нужны». Гарри вертел в руках волшебные монетки, внимательно их разглядывая. Он только что подумал кое о чем. И ему показалось, что поселившийся внутри его шар счастья начал сдуваться. Хагрид натягивал свои огромные башмаки. «У меня нет денег, и великан внимательно посмотрел на него, словно напоминая о вчерашнем уговоре. Харри вдруг понял, что ему всегда такому вежливому и обращающемуся нави ко всем старшим будет легко называть Хагрида на «ти», потому что Хагрид относился к нему с большей теплотой, чем к тебе. Да не пило и вели себя как друг. Ты слышал, что сказал вчера вечером дядя Вернон? Он не будет платить за то, чтобы я учился большебство. Большебство. А ты не беспокойся, Хагрид встал и почесал голову. Ты что ли думаешь, что твои родители тебе не позаботились? Но если от них дома ничего не осталось, да ты что, да ты чё, они же золото свое не в доме хранили. Ох, отмахнулся Хагрид. Короче, мне первым делом в Гринготтс заглянем в наш банк. Ты съешь сосиску, они и холоднее очень ничего. А если по правде не откажусь от кусочка твоего вчерашнего имени торта, у большевников есть свои банки. Только один Гринготтс. Там облини всем заправляют. Харри уронил кусок сосиски, который он держал в руке. Облини, да. И поэтому я тебе так скажу, только сумасшедший может решиться ограбить этот банк с хоблинами. Харри, вся зевается опасно, да, запомни это. Поэтому, если захочешь что-то спрятать, то надежнее Гринготтса места нет. Разве что Хогвартс, да
сам увидишь сегодня, когда заденешь твоими придем заодно, и я там дело свое сделаю. Дамблдор мне поручил кое-чего, то Хагрид горделиво приобрелся, а мне всегда всякие серьезные вещи поручает. Тебя вот забрать из Гринга, за что-то взять. Он знает, что мне доверить можно, понял? Ну ладно, пошли. Харри вышел на скалу вслед за Хагридом. Небо было чистым, и море поблескивало в лучах солнца. Лед, которую арендовал дядя Верн, все еще было здесь, но после урагана оно было залито водой. А как ты сюда попал? Харри отлядился на другой ледке, так я же не увидел. Прилетел, ответил Харри. Прилетел, то не будем об этом теперь, когда ты с мной, мне нельзя чудеса творить. Они усилились в лодку, Харри продолжал внимательно раскладывать Хагрида, пытаться представить его летящим. Хотя да, если по правде глупо было бы хрести самому. Хагрид покосился на Харри. Если я сделаю так, что мне побыстрее полили, ты ведь никому в Хогвартсе не расскажешь. Конечно, нет, выпалил Харри, которому не терпелось увидеть что-нибудь магическое. Хагрид вытащил свой розовый зонт, дважды стукнул им и оборот лёдки этапом. Это помчалось. А почему только сама жизнь не может попытаться ограбить Гринготтс? Поинтересовался Гарри. Заклинание кольдовство, ответил Хагрид, разворачивая газету. Говорят, что там у них сами средние сейфы. Драконы охраняют. Кто уже у тебя еще выбраться надо? Гринготтс глубоко под землей находится, сотни миль дало под Лондоном, чуешь? Глубже, чем метро. Даже если повезет, грабительно и получится у него украсть что-нибудь, он с голоду помрет, пока оттуда выберется. Да. How do you like it, guys? Харри сидел и думал об осле Шано. Хагрид читал газету, которая называлась «Ежедневный пророк». Харри помнил, как дядя Вернон твердил, что когда человек читает газету, он не любит, там ему мешали. Но сейчас оставить Хагрида в покое было нелегко, потому что никогда в жизни Харри не хотелось задать столько вопросов. Ну вот, Министерство магии объять дров наломало, пробормотал Хагрид, переворачивая страницу. А есть такое министерство? Спросил Харри, позабив, что мешать читающему газету не следует. Есть, ответил Хагрид. Сначала хотели, чтоб Дамблдор министром стал, но он никогда Хогвартс не оставит. Вот во как. Так что в министерстве старик Корнелиус Фадж пошел, а хуже его
уж его не найдешь. Он теперь каждое утро так Дамблдору сов посевает за советами. А чем занимается министерство магии? Но их главная работа, чтобы люди не погадали, что в стране на каждом углу волшебники живут. Почему ты дешёв, Харри? Все сразу заходят по волшебством свои проблемы решить. И это точно не лучше, чтобы нас не знали. В этот момент лодка мягко стукнулась о стену причала. Хагрид сложил газету и они поднялись по каменным ступеням и оказались на улице. You guys, I think that's it for now. I really hope you enjoyed it. And I will see you next time.